Hello everybody, my name is Kaan. Today I would like to talk about citizenship by investment program for Russian investors. I'm with Mrs. Victoria. She is consulting to Russian investors in Turkey. Now she will explain you the subject in Russian. Добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы поговорим о гражданстве. Для получения гражданства необходимо приобрести недвижимость от 400 тысяч долларов, либо инвестировать на счет турецкого банка 500 тысяч долларов и хранить данные средства в течение 3 лет. Следующим шагом является получение специального вида на жительство, называемое вид на жительство инвестора. После этого вы можете получить гражданство в течение 6-8 месяцев. Спасибо за внимание. За более подробной информацией обращайтесь по телефону, указанному ниже. Thank you for watching us. As Mrs. Victoria says, you can contact Mrs. Victoria to consultation and taking advice. We will leave the in the comments her telephone number so you can contact her. Thank you. Спасибо за внимание. До встречи в Турции.